Всем привет, с вами Зяблик, и мы продолжаем играть в Майнкрафт на карте Far Cry. В прошлой серии мы дошли до сюда, нашли немного лута. Спасибо. Так, как я знаю, что тут есть 50 пасхалок на этой карте. Ладно, давайте пойдем уже все-таки вниз. О, черт. О, черт. Ой, ё-моё. Вот так. А прикинь такое в Far Cry. Стой. Рычаг. Так. Книга. Подождите, давайте тут все прочитаем сначала. Так, я на English, так что вы прочитаете. Я тоже на. Тут все по-английски вообще. Нет, в смысле, я не смогу это прочитать. А, это пасхалка. Пацаны, это пасхалка. Это пасхалка. Зен, давай, стоп, пока еще не жми. Короче, эндерперлы можно использовать, чтобы по всяким шахтам и пещерам перемещаться. Все, включать рычаг. Короче, секреты, да. Раз. О, еще. О, смотри. Far Cry 3. Прикольно. Но. Ага. Пасхалки. Крафтинг. Мы нашли первую пасхалку. Yeah. The very several crafting items from the map, and you can to make weaponry and armor to even maps. Но это-то понятно. Короче, можно. Но это-то понятно, Крис. Так, стоп, вон он, скелет. А это не нажимай, это уже все. Так, а сюда можно спуститься тут чем-то? А нет, не спускайтесь, мы тут даже не поднимемся. Так что не советую. А чё это за снизу фигня? Я говорю, не советую спускаться. Ой, поднимемся. Там скелет! То есть террор. Мы так, тут не поднимемся, я не вижу, что тут. Вдремь. Ладно, уходим. Первая пасхалка. Вы не берите с собой книги, это лишний вес. Я их в сундук складываю. Если мы ночью спим, то все нормально. Так, жемчуг эндера расположу сюда. У нас два жемчуга. Я пока тогда сгусток слизи и дубовую. А, нет. Хотя не надо. Давайте обоснуемся в этом доме. Да не, о чем тут обосноваться нам? Ладно. Строить же нельзя. Пошли. Так, и все, всего лишь 49 пасхалок и все. Да. Вау! Круто. Ой, смотри, кто. Нифига. Вот это вид. А кто снизу? Это курица. Снизу, ой. Посмотри. Яйца они нашел. Не, аж, пойдемте сюда. О, тут вода еще. Так, надо куриц мочить. Кстати, да, можно их бить. Блин, от кого эхо? Я не знаю. Так, скорее всего, овец тоже убивать нельзя. Ну, как бы блоки ставить нельзя. Чтобы забраться на препятствие. Ой, о май гад, смотрите, идите сюда, прикол нашел. Какой? Ну, идите сюда, на другую сторону о! Берега. Вау. Алло, вы где? Я здесь. Вижу. А, стоп. Ну, идите сюда. Я просто вас путаю немного. Так, подождите. Всем продолжаем. Так, смотри, о, я нашел какую-то заброшенную подъем. Ну-ка. Смотрите. Видите? А это что это? Это, походу, тента. Самоуничтожение. Это тента. Вы что делаете, а? Ты! Это не я был. Ну ладно, входим. Это экстренный фокус. Люди, вы захотите выйти? Ай, зомби! Блин, у нас зомби забаганные. Это капец. А спавнеры эх, можно ломать? Наверное, нет. Ищите. О, я нашел эндер сундук. И тут мой сгусток. Кстати, слизи. Я не зря взорвал, потому что другого входа тут нету. Отбивайся. Пацаны, смотрите картину. Это один из главных героев Far Cry. Этот, что ли? Да. Или это злодей. Тут еще есть так же, как и в Far Cry 3 была. Ну, как только она... Ну, первый, короче, Far Cry. Второй Far Cry вообще фигня какая-то. А, эндер сундук это... Ой. Издали прикольно смотрится, а вблизи не очень. Тоби, не стреляй сильно. У меня сейчас меч сломался. У меня меч сломался, все, уходим отсюда нафиг. Валим. К
кстати, Тоби, тут можно стрелы выбивать, кстати. Все, уходим отсюда на солнце. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, у меня 2 хп. Фух. Ой, черт. Фух. Почему они не горят? А, все, загорелись. Люди, а вход тут был, но нужны железные кнопки. Вот это я чуть не сдох, а. Вот уже, блин, прикольно с самого начала. Крис, дашь мне руку, плиз? Крис. Где? Я тут, у меня меч сломался уже. О, Тоби, на тебе стрелу, Тоби. О, спасибо. Ой, я гнилую плоть поем, не надо, я руку поем. Ай. Люди, смотрите, тут еще одно здание. Я топлю. Ё-моё. На меня. Тоби, ты где? Тоби. Блин, у меня сверлит, ё-моё, ну что ж, а? Что, Тоби, где? Вот, ой, тут, во-первых, какая-то кнопочка. Стой. Тоби, стрелу возьми. Давай, а, нет, это для украшения. Почему? Давай стрелу. Я тебе дал. А, все. Люди, вот здание. И там еще какие-то. Меня подождите, плиз. А, нет, не знаю. Давайте не будем сильно бегать, ага. О, то еда быстро кончается. Там еще один спаунер. У меня оружие. О, свинья. Я пока свинью забью. Я подобрал мясо. Я бы мясо подобрал. И яблоко красное. Сдается мне это убежище этих наглых людей. Где пусто. Или Тоби уже там все обчистил? Да я обчистил уже. Пойдемте дальше. Блин, как вам без оружия играть? А что там было-то, Тоби? Там было не жареное мясо и яблоко простое. Мне кажется, мы неинтересно играем, мы тупо рашим и очищаем все. Ага. Мы так неинтересно играем. Да это поначалу, потом. Да блин, Тоби, хватит дуть в микрофон. Угу. Так, Эндер сундук. Тоби, хватит все обчищать и даже не говорить. Я просто смотрю. По-моему, тут спаунеры можно ломать или нельзя? Вроде это... нет. Так не хардкор. Просто стоят, блин, кровати, на которых можно поспать, и около них спаунеры. Круто, да? Ну, можно, конечно, их ломать. Блин, тут ничего нет в этой деревне. Как тут вообще выживать? Тут оружие. Люди, смотрите, какие прикольные спруты. Тут оружие вообще. Пофиг на спрутов. Что? Тут вообще оружие нет. Пофиг на спрутов. Да, не особо весело как-то. Надеюсь, там... Far Cry 3 будет повеселее играть. Ну, повеселее. Там на берегу какая-то комета, пойдемте на нее сгоняем. Комета. Камешек. Блин, как это еще назвать? О, смотри, что я тут нашел. Бульк. Сундук с эндер-жемчугом. Короче, эндер-жемчуг тут надо искать. Люди, я кокос нашел. Ты кокос? Я нашел кокосы. Ты человек кокос. А, это типа гриб. Да не собирай их. Нельзя их собирать. Написано, не ломать никаких блоков. Все, я брат. Тоже блок. А? Ну, точнее, написано тоже. Совершенно никаких блоков. Там написано. То, что ни один блок нельзя ломать. О, я вижу другой берег, смотри. Я его уже давно еще вижу. Слушай, нам нужно как-то поспать где-то. Ну не нафиг. Это не весело. Ага, с нашим оружием это будет, думаешь, весело? Ага, это один полусломанный меч у тебя. Потом и скелет. Бей его рукой. Как реально тут выживать? Вот сейчас начинается все веселье. О да. Надеюсь, Far Cry будет повеселее, там такие медведи, и то все. Даешь хардкор. Забирайтесь на деревья. Ай. Че, что, где? Надо браться. Так, я с Крисом. Ой, тут два скелета на меня. Ого-го. Там сундук тоже наверху. Реально, я не вижу. Ладно, я использую эндер-жемчуг. А, блин, я забыл, чтобы яркость поставить. Люди, давайте яркость на минимум. Наоборот, яркость на максимум.
На Ютубе вообще ничего не будет видно. Ночью. Не, это я имею в виду для меня и Криса. Все, у вас тоже ничего не будет видно. Люди, я вас потерял. Я тоже вас потерял. Блин, я тут на самую верхушку дерева забрался. На каком? Вот я Криса нашел. Ищем лотос. А вы где? Вы тут вот внизу на том огромном камне. Я крипера нашел. И как он выглядит? Ладно, забирайтесь наверх по горе. Еще один крипер. Два крипера. Крис, давай, нужно пройти. Я пока блоки соберу. Пацаны, у меня блоки. И у меня дерево есть. Вы понимаете? Кто скайп? Что такое? Блин, у Криса, кажется, скайп вылетел. Черт, я по горе как-то иду тут. Блин, джунгли хрен пройдешь. Это ты ему. Так, я тут к горе вышел. Блин, Крис, походу, да, вылетел из скайпа. Это плохо. Так, Тоби, ты идешь наверх по горе? А, вот он, ты сзади. О, все, нашел. Офигеть. Привет, выживший со мной. Да. О, смотри, там какие-то ступеньки. Да, я про то и говорю, нам нужно туда пойти. Нам нужно найти. Давай, наша цель будет найти все пасхалки. Давай, пока не найдем пасхалки. Да черт, эти скелеты. Ой, черт, я сейчас умру. И я провалился вниз. И там можно еще ниже, блин, провалиться. А, это ловушка, наверное, была. Тоби, ты где? Я тут в яме, блин. И мне не падай. Блин, давай я тебя тогда телепортну. Какой у меня ник? На какую букву? Ни хрена себе там. На какую у меня букву ник? Ну ты подойди. А, вот. А, Мэ. Фух. Это ловушка была, так что ты смотри под ноги. Крипер. Я слышал тоже. Вот он, видишь? Че это? Типа камикадзе? Ну, похоже. Но... А, или животное. Тут, кстати, и этот. О, все, Крис в сети. Я добавляю. Так, Добавить Криса. Все, звони ему, ты глава конфы. Ой, Гвен. Криса, походу. Крис. А, нет, он здесь. В разговоре. Все, давай, пошли. Крис. Мы тут уже забрались куда-то, непонятно. И у нас есть одно. О, давайте реально сейчас скрафтим. Блин, у меня сейчас это, у меня дела плохи, я скоро от голода начну подыхать, а у меня всего лишь одна Крис, сырая. Можешь выполнить миссию камикадзе? Короче, нужно подвести крипера так, чтобы он взорвал дерево. А, на, Тоби. Тоби, на. О, thank you. Ладно, я попробую кто-нибудь мои вещи соберите. Операция камикадзе. Давай быстрее. Где я его найду? Так, вот она. Вот она, рыба моей мечты. Вот она. Только... А хотя можно, чтобы доску просто одну снес крипер. Хотя бы одну доску. Блин. Камень! Да не, камень-то у меня тоже. О, дерево выпало одно, походу. Мы тут нечестно так играем. Ага. Вот тут вот одно дерево. Блин, нам нужно одно. Нам нужна одна доска, чтобы сделать 4 меча. Я пошел искать крипера. Я пошел искать крипера. А мы пока с Тоби тут пропрыгаем. Ага. А, черт, у меня лагало, я упал. Я нашел крипера, я веду его к дереву. Взрывайся, сука. Так. Извините. Да так. Блин, меня лагает. Лагает. Прям. О, черт, я вообще упал. Ты есть! Я один блок дерева есть. О, блок давай, дерева. Давай тогда ко мне. Сейчас. Давай поднимайся. Ну давайте без ТП. Ну давай. Хотя. Ну, ты не сможешь пропрыгать, походу. Я передумал. Давай, нормально. Так, сейчас еще одного взорву. Что-то мне как-то... не надо, а то сдохнешь еще и... Без о, все, я пропрыгал. Аккуратно. Вот... А, о, еще два блока дерева. Вот я как жив. Я и думал, что он сюда упадет. Я жив. Вот только как ты так что? Смог. Ну ты бэхни меня, пожалуйста. Нет, без ТП. Ладно. А там вообще, там нереально будет пройти. 12 досок. Смотри, сейчас он точно сдохнет. Почему? Сейчас бы второй раз упал и сдох. 12 так. Досок. Фу. А интересно, мы интересно так честно играем или нет?
Да, это крипер. Оглянулся бы лотос? Там крипер. Блин, сбоку. Он далеко. Так, Крис, ты тут? Крис. Так, здорово. Крис. Я тут. Короче, вот я ставлю верстак, давай мне дерево. Доски, доски. Доски, доски. Доски, доски. Где? Ты у меня. Ё-моё, ты у меня летаешь нафиг. Перезайди, пожалуйста. Сейчас. Ой, блин, пацаны. Мне... У тебя есть булыжник? Один есть. Дай, дай, дай. Будет два меча каменных. И у меня еще два. Кого два? Меча каменных. Отлично, тогда на, Тоби, тебе. Это вот так вот мне будет все. Все нормально. А, найти еще твою, твои вещи тут некоторые. Интересно, а Far Cry будет типа крафтить, ну, ножи делать, к примеру. О, люди, кстати, я отсюда Блоки. Вижу то поселение и домик. Кстати, а блоки-то ставить можно? Их ломать только нельзя. Не. Ну тут сейчас так неинтересно будет. А, блин, крипер. То там поселение крипер. Видишь. С чего? Крипер, мы же договорились крипер. На нормальной прорисовке быть. И сюда придурок ты вешаешь. Блин, молодца. Ты что творишь? Нормально, зато блоки. Я пытаюсь булыжник найти. Да, да. Мы так честно играем. Ну вообще-то это честно, если так-то подумать. И в реальности так можно было. Потом подняться можно было. Все. Ну вообще-то это нормально. Потому что как бы криперы случайно. Ну ты будешь прыгать. А, не, я. Криперы случайно типа взрывается, типа случайно, типа взрывается. Блин, а чё мы этот паркур прошли? О, чёрт! Тоби, Тоби. Крис, Крис. Да ты не запрыгнешь тут. Да знаю я. Давай, руку, руку, руку. Нет. Ой, сейчас давай руку, давай руку. Баран. Эх, давай руку. Так, теперь ты. Давай, о, блин. Ты уж сам дал мне руку. Так, все, давайте. Так, я не хотел бы, не буду есть. О, люди, тут какой-то вход. Так, стоп. О, блин, реально. Тут какая-то шахта. Домик. Домик. Шахта, шахта. Люди, нет, ты не нет! Стой. Там не смог. Давайте. Люди, стойте, где? Стойте! Вот, я так же хотел. Стоп. Беспалево. Тихо. О, бежим, 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 бежим! А что? Ой, я угадал? А я про что, да. И как теперь до туда добраться? Нам вниз надо. Реально, тот сундучок. Я же сейчас булыжничек соберу. Я захожу, я иду пока вперед, вы идите. У нас 25 булыжников. О, люди, тут два лечебных зелья. Вау. Я возьму себе. А, нет, берите, разделите между собой стейки. Я два возьму. А, я один возьму. Ладно. Окей. Так, я взял одну аптечку. О, паучок. Прикольно. Будем давайте его. Аптечку. Давайте лучше не будем. Давайте его просто столкнем. Пофиг на него. А он на кого-то нагрел? На меня. О, у меня есть красная. Я его разбил. Опа. Вау, мощь. Дима, у тебя еще дерево осталось? У меня да, что? Просто верстак. Скрафтить можно еще кучу мечей наделать. А у тебя есть булыжник? Да, у меня 25. Дай тогда его. Дай булыжник, дай булыжник, дай булыжник. На тебе булыжник, на тебе палки. Кстати, вот говорят вот те, кто на А, и сразу в эндер-сундук надо положить. У нас же с собой эндер-сундук у кого-нибудь есть? Да, да, есть. Да нет, давайте до деревни дойдем, чтобы верстаки не тратить. Кстати, вот говорят вот те, кто в Far Cry 3 на Игромире играли, то, что там можно остров объездить за 3 минуты. Ну, за 5. Но это много, это если объездить. Я Новокузнецк тоже могу объездить. Но не за 5 минут же. Да, там за 5 минут он не объездит. Так, это мы наоборот отсюда шли. Да. Нам нужно вот сюда. Так, нужно прямо сейчас заканчивать серию, а то она слишком большой будет. Ладно, на этом мы и закончим. Всем спасибо за просмотр.